Всем огромный привет! Я сняла для вас видео, обзор с новинками от компании Faberlic. Сейчас у меня на лице, на губах и на глазах новинки из новой серии декоративной косметики. Более подробное видео покажу вам с обзором отдельно. Сейчас на губах у меня вот такая помада. Это матовая жидкая помада в оттеночке 404-65. Помада идеального оттенка для меня, то есть высветляет и делает такие вот белые зубки, подчеркивает холод моих глаз и держится очень классно, не пересушивает губы. На лице у меня новинки от из этой серии. Так, Glam Team. И вот такие вот новинки у меня на лице. Это палетка. В общем, более подробно покажу вам в отдельном видео обзоре. Сейчас покажу, как это все выглядит. Бронзер немножко рыжеват для меня, то есть он в теплых оттенках, но смотрится неплохо. И тональный крем, видите, подстроился. Для моего случая мне очень тяжело подобрать даже самый светлый оттенок тональной основы или пудры, но Faberlic вот подстраивается, тональный крем достаточно хорошо лег, невесомый, незаметный, и пудра 2 в 1 тоже очень комфортная и приятная. Вот, так что ждите, или вы уже видели обзор, или он еще будет. Не знаю, когда выложу этот влог. Возможно, вы уже видели новинки, возможно, еще увидите. Всем хорошего настроения и спасибо за внимание. Ваша не локация для фоток от Kinder. Класс. Прикольно? Да, гирлянды. Пойдем. Игрушки, елки, уже все новогодние. Уап, молодец. Приехали на закупку продуктов. Покажу вам, может, что. Идем. Ой, крутой ежик. Всего лишь 54 гривны. Смотрите, лисичка какая классная. Она такая шершавенькая. Тоже 54. Красиво все. Вау. Я обожаю такие игрушечки по 16 гривен. Классные. Тоже маленькие. Пенопластовые можно разукрасить самому. Дискошар классный. Тоже очень большое количество игрушек новогодних. Набор. Смотрите, барабанчики, звоночки. Тоже все маленькая какая-то елочка есть. Можно украсить красиво в любой цветовой гамме. Макс обожает дискошары просто. Так это просто елочная игрушка. Угу. Она просто зеркальная, видишь? Ну давай поменьше возьмем. У нас же маленькая елочка. Возьмем такую? Не, большое, большая нам неудобно будет. У нас маленькая елка. Ну так она большая, но она ж не. Что это? А зачем оно тебе? Дождики, обожаю такие дождики вот именно под елку. Пушистые по 54 гривны. Это вот вообще непонятно для чего, не знаю. Ой, вот это классный. 7,50, очень прикольная, кстати.
Сейчас, кстати, покупаю вот этот водополаскиватель на 21 гривну, но очень классный, долго хватает, аромат приятный. Вот, беру всегда все. Такие вот тоже. Консервированную кукурузу, поэтому берем вот эту вот Верес, 22 гривны. Он ее кушает как вареная, знаете, в стаканчиках продаются. Вот. Я обожаю такую вот соль, кстати. Очень удобная, она очень мелкая. Экстра. Беру всегда. Приправы тоже всегда покупаю в Ашане, потому что очень большой выбор. Всегда беру вот этот вот черный перец, недорогой и нормальный. Всегда для Макса супчиков беру вот такие вот мелкие макарошки, бросаю в суп. Очень классно разваривается. Такие классные детские есть тоже. Ля паста 24, вот с циферками тоже разрастаются. Тут микро-микро такие вот есть тоже цифры классные. Вот эти беру. Бантики. И вот такую вот тоже люблю делать с чесночно-сливочным соусом. 26 гривен. Есть еще большая. Кстати, вот такая вот большая, наверное, лучше. Вот. Цветные. Очень вкусные и не развариваются. Такую хуторок тоже беру всегда, спиральки. И ракушки тоже беру, маленькие. Вот такая вот. В принципе, для меня не важно, какая фирма. Вот Макс, Макфа, хуторок или КМФ. Чем или супом на хлеб намазывать. Редко бывает, но очень люблю. О, это должен вкусный быть. Черный, смотри. Банан, ананас и персик. Апельсин и... Класс. Берем, да? 26 грин. Крем-брюле не надо? Очень люблю чай в последнее время, особенно зимой, пить. Такой вот люблю. Цветы раскрываются, лепестки. Такой прикольный. А, так, Шри-Ланка. Это цейлонский черный, чистый. О, имбирный пирог должен быть вкусный. Тут есть уже фасованные, можно набирать в пакетике. Вот есть пакетик.
Ну да. Вот. И можно набирать самому, взвешивать разные цены. От 300, 271 даже есть, и по 540, 570. Тут уже фасованные. Фасованные удобнее брать, они уже, знаете, вот сзади взвешенные. Взял. И все. Всегда в Ашане намного больше выбор. Молоко. Молоко. Вот, 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 вот. 39. Знаете, ВТБ даже дешевле. Мороженые фрукты на компот Максу. Тут смородина хорошая. По 49 гривен. Вот. И, в принципе, больше тут ничего такого выгодно не покупается. Есть компотная смесь сразу 68 гривен, но я беру 4 килограмма смородины и добавляю просто яблоки свежие. Получается очень вкусный, полезный и кисло-сладкий компот. Шани хек на развес. Тут вот на развес, видите, есть со льдом, есть без, и ты видишь, что ты берешь, а упакованный там на сантиметр льда сверху. Поэтому 2 килограмма сейчас взяли. Доброе утро. Сняла для вас видео-собиралку. Рассказала немножко новостей о себе, о моем состоянии, как я себя чувствую, как лечусь. Мы уже нарядили елочку. Вчера купили живую. Очень красивая, пышная и яркая получилась. Вот, сейчас буду собираться идти за подарками на Николая на Новый год. Присматривать что-то, прицениваться и подбирать каждому из членов семьи подарки. Вот. Что еще хотела сказать. Кстати, нанесла лак, гель-лаки, который я показывала в предыдущем влоге. Шикарное качество. Вот это вот ярко-фиолетовый, даже сиреневый такой. Сиреневая фуксия. Здесь всего лишь два слоя. Он очень пигментированный и очень красиво смотрится. То есть такие густые, не расплываются. Черные тоже очень насыщенные. В два слоя перекрывают ногтевую пластину полностью. Поэтому однозначно рекомендую PNL, очень-очень бюджетный и большой объем, то есть 12 мл аж и пигментированные яркие оттенки. Вот, так что сейчас буду собираться, посмотрим, может быть, включусь для вас из магазинов, иду в косметический магазин, хочу наборчики кремов маме, папе посмотреть. Вот, и прицениться, посмотреть Максу какие-то игрушки, возможно. Вот. Всем хорошего настроения. Напишите, что вы дарите своим родным, какие подарки вы будете дарить близким и своей семье. Будет интересно почитать. Что, продолжаю снимать для вас влог. Иду сейчас за бесплатным аромазином в аптеку. Зайдем с вами, заберем лекарства и пойдем смотреть подарочки. У нас погода просто весна, реально. Смотрите, солнце. И погода, наверное, ну, градусов 12 точно, на солнце все 15, поэтому жарко. Рецепт приносила. Гмырянская аромазин 0,25. Спасибо большое. Две минутки и 1233 гривны экономия. Я брала за 1100 с чем-то. Ну вот, сходила к семейному врачу, он выписал рецепт. Вернее, направление к онкологу по прописке. Слава богу, нам не надо ездить в онкоцентр. И аромазин 0,25 миллиграмм я получила бесплатно.
1233 гривны. Мы с Максом пришли на стрижку, постриглись, и здесь в эпицентре классная игровая комната есть, бесплатная. Тут до часу можно находиться. От 4 лет детки могут проводить время здесь, пока вы делаете покупки. Например, если вы не боитесь оставлять в детских комнатах, очень удобно. Мы пришли с Максом, здесь абсолютно бесплатно. Вы приходите, здесь горки, лабиринты, батут не работает сейчас. Но очень удобно сделали, поэтому такие хорошие горки, бассейн с мячиками, шариками. И детки могут оставаться вот на час здесь, пока вы делаете покупки, ходите по магазину. Вот. Постригли, 180 гривен стоит стрижка, Максу стрижем раз в 3 месяца где-то. Вот, такую красивую шапочку сделали, то есть всегда коротко стригли, сейчас решили оставить немножко сверху, такая вот прикольная, и по бокам убрали. Вот, так что гуляем пока здесь, потом поедем домой. Эпицентр находится в 10 минутах от нас, если пешком минут 15 идти, на автобусе минут 5 ехать, даже меньше. Вот, так что, так вот.